Всем привет, друзья! Сегодня готовим вот такое вот холодное лакомство за несколько минут. Будем делать банановое и шоколадное. Для этого нам понадобятся бананы. Желательно взять спелые бананы, будет намного вкуснее. Мы их нарезаем и складываем в емкость. Я взяла вот такой вот мешочек для замораживания любых продуктов. Он очень хорошо пригодился для этой цели. Выбираем в холодильник, в морозильную камеру на несколько часов. Когда у нас бананы полностью замерзнут, мы их кладем в блендер. Наливаем сгущенное молоко по вкусу. У меня ушла ровно 1 столовая ложка. И все, лакомство у нас готово. Получилось настоящее вкуснейшее мороженое. Ну а если хотите шоколадное мороженое, тогда просто сюда же можно добавить какао. Какао, конечно, желательно брать очень хорошего качества. И все. Шоколадное мороженое готово. Кстати, оно мне понравилось намного больше, чем банановое. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. До новых встреч! Пока-пока, друзья! Удачи вам!